Друзья, находимся в городе Фано. Как видите, здесь машины. Я уже посмотрел, сколько вот иду. Нигде нету нормальной тротуарной дороги. То есть все люди ходят по, скажем так, по проезжей части. Вот, не знаю почему, но такая вот действительность. В некоторых странах с этим все четко вообще, а вот в некоторых абсолютно непонятно, как это все делается или смотрится. И такая же тема по дороге, когда идешь, тоже так же негде идти. То есть, опять-таки, для пешеходов не здесь, когда из города уже выходишь. То есть между городами, между деревнями, селами, соединения, которые тоже очень неудобные и маленькие. Сами дороги тоже узкие, небольшие. И также автобусные остановки. Есть места, где их практически, даже не практически, просто нет автобусных остановок. То есть есть место, где типа есть автобусная остановка, и ты должен там стоять, руку поднимаешь, когда автобус едет, иначе он не остановится. Вот. И вещи. А с другой стороны, здесь как-то все легко. То есть ты садишься даже в тот же автобус или там какую-то машину. Тебя, допустим, тот же автобусик, он тебя высаживает, ты ему скажешь вот тут, он тебя раз спокойно остановится. Также по дороге стоишь, руку поднимаешь, и он точно так же тебя останавливает. Так, сейчас пойдем в сторону моря. Вот такие вот дела. Так что такая вот пешеходная жизнь в Италии. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.